Строительство ВСМ-2 отложено. Причем, как сообщает газета «Коммерсант», цитирую слова премьер-министра России Дмитрия Медведева, строительство будет отложено до более энергичной экономической ситуации. «Мы не отказываемся от этого проекта, но необходимо все подсчитать», цитирует премьер «Коммерсант». Медведев отметил, что ВСМ очень удобный, но дорогой вид транспорта. В конечном итоге он может вылиться в 1 триллион рублей. Окончательно же решение о строительстве высокоскоростной магистрали Москва-Казань будет принято в первом квартале 2014 года. Предпроектные разработки в строительстве ВСМ-2 завершены, экономическое обоснование сформировано. Напомню, что линию планировали запустить к чемпионату мира по футболу 2018 года в России.